про беременность, это очень актуально, потому что действительно сейчас очень многие пары страдают бесплодием. И мои все менеджеры ушли в декрет. Мои все менеджеры уже ушли в декрет, и уже спонсоры уходят в декрет. Я уж думаю, может, четвертого завести. Дело в том, что действительно, да, у всех моих менеджеров, когда они пришли ко мне к сотрудничеству компании, у них была проблема, именно они могли забеременеть. Кто-то вторым даже ребенком, мы это знаем, что очень эта проблема тоже есть. Второй ребенок тоже не получается, если нарушены вот эти все обменные вещества в организме. И ушли в декрет, это есть, это факт. Если кому нужна эта история, пожалуйста, вы можете подойти, мы с ней поделимся. Что еще очень важного, у меня много знакомых страдали, я знаю, что... Много девушек страдают заболеванием поликистоза яичников и груди. Кисты, поликистоза. Есть много, да, в окружении? Именно комплекс приема коктейля плюс ПЭК, плюс астаксантин дополнительно, о чем говорила вот Наташа сегодня, почему я спросила, что ты кушаешь, убирает эти проблемы вообще. Эти проблемы уходят вообще напрочь. Все здоровы. И как ни странно, у меня 4 человека с такой проблемой, и все как-то по знакомству попали к одному и тому же гинекологу. И уже третий человек ко мне приходит, даже 5 их. Третья приходит и говорит: «Аня, я звоню же тебе первая, потому что ж ты же давала рекомендации». Я говорю: «Ну и...» Она говорит: «А мы не говорим, что мы пили». Она назначала вот эти все там... Больше всего гормональных лекарств, да, чтобы устранить эти проблемы. Они, мы приходим, она говорит: «Ну что пьете?» «Мы пьем, но мы не говорим сначала». Я говорю: «Чего?» «Ну вот, проверить хотим». И вот они приходят, говорят: «Вот, видите, улучшение». А говорит: «А я не пила ваше лекарство». «А что вы пили?» И уже на третьем чай, она говорит: «Wellness». Она на третьем: «А ну молодец, то есть она уже, это врач, да, я уже думаю, что подойти к ней самой. То есть очень много проблем, которые вот страдают женщины, не уходят. Ну, конечно же, про себя я скажу, что, как вот Аня говорила, да, я не... Или кто-то говорил: «Наталья, я, да, я, ничего у меня не болит». Да, действительно, ничего не болит, потому что я ходила, мой муж говорил: «Кровь с молоком». А как говорит Тарханёв, что так все сыплется. Вот сейчас это, конечно, другой результат. Минус 15 килограмм тоже незаметно, не, вот, потому что я за роды набрала вторые, третьи подряд, 20 килограмм, ну, ушло 15, при этом я, ну, честно, ничего такого там не делала, там, фитнесы, вот так вот, кто знает, как я ходила на фитнес, я просто, да, именно ничего не делала, да. И еще одна вещь, которая сильно в моей семье очень важна. Мой муж, сустав, у него голеностопный сустав был очень сильно раздроблен. Вот кто считает, что... Вот Таня с ней говорила правильные вещи про белок. И белок участвует в синтезе вот витамин К, в частности, и вот коктейль наш, а это есть у нас в витаминах, они участвуют в синтезе, в выработке, ну, в народе, как говорим, мы кальций, крепкий кальций в кости. Вот откуда все идет это улучшение. Мой муж полностью убрал проблему с травмой, которая была у него на ноге. Она ушла, нога абсолютно, вот, даже на вид, на внешний вид здоровая. И прошло всего лишь 3 года. Ну, кто хочет быть здоровым, он будет, конечно же, к этому стремиться. И наше здоровье наше бесценно. Поэтому, если мы будем считать наши коктейли и пэки, извините, коктейль выходит 18 тысяч в день по подписке. Пэк, нет, 13, простите, коктейль 13 тысяч в день, а ПЭК 18 тысяч в день. Давайте посчитаем, за 30 тысяч в среднем, это мы что мы можем покушать ценного или съесть такого, чтобы мы чувствовали себя замечательно каждый день? Вот вы сами взвешиваете, это ваша жизнь, ваше здоровье. Спасибо.